Ну вот, ребята, еще один мосток вам хочу показать, пока едем. Приветствую всех. Вот такой старый. Очень старый, древний, еще царский мост. Неизвестно каких лохматых 19 веков. До сих пор служит, заметьте, до сих пор. Вот смотрите, сейчас поедемте, сейчас я вам попытаюсь показать. Сейчас в поворот будем входить. Какая красота. Гениальность инженерного решения и просто красавчик. Вот посмотрите, на заклепку. Так вот, какой месседж у меня, о чем хочется поговорить? Вот смотрите, с царских времен стоит, и хоть бы ему что, потому что как-то металл обрабатывали, говорят, я об этом уже говорил, и он, зараза, не ржавеет, вот хоть бы что ему. А советская власть пользовалась, российская федеративная пользуется, и, понимаете, и, по-моему, еще столько же простоит. Вот насколько технологии были на высшем уровне, что прямо... Обалдеть. А вот сейчас что делают? Вот новострой, раз. Я посмотрю, все-таки вот этот кирпич меня тоже интересует. Вот старый. Так. Что-то камера сама по себе в последнее время стала и включается, выключается, когда хочет. Вообще не пойму. Ну, что-то, видимо, с ручкой там управления. Ну, уже старенькое. Так вот, кирпич, пока от мысли не уходим. Насчет камеры-то поговорим потом. Кирпич, вот какой он прочный, да? Недавно ездил в этот, Сестрорецк, вот вы видели там, видео было, ну вот, да даже что там Сестрорецк, куда ни плюнь. Новый кирпич, в 2012 году построено, значит, забор построен, здание построено из кирпича современного. Смотрю, а уже от заборки-то ничего не осталось, уже кирпич весь выпал, и думаю, елки же палки. Ну понятно, что вода там и так далее. И как бы это... Как бы это что, мы ведь трамвайчика тут никак не побеспокоим. И в принципе, а вот ранешный, да, то есть вот все, начиная от железа, заканчивая кирпичом. Блин, гайцы стоят. Так, ребята, ну ладно. А, значит, нельзя за рулем, ребят, когда едешь снимать, или можно? По телефону, по-моему, нельзя говорить. А снимать-то можно. На видео, если. Ну, пустишь, нет. Так нет, ведь, конечно. Все же спешат. Мне-то ведь что, у меня через 5 часов банкет начнется только. Так что что мне? О, бляка. Ёк-макарёк. Отца остановили. Вырубается, что-то все, вырубается камера. Я не трогаю вообще-то заднюю крышку. Ну, вот что-то там, видимо, какой-то пошел глюк. Сама, главное, вырубается. Может, уже от времени. Закрепить бы ее так, да? Чик сюда вот так. Значит так, ребята. Так вот, надо же, столько вот стоит, да? А тут, заметим, целые города. Целые ведь города достались. От какой-то нашей древней Руси, понимаете, с такими технологиями выстроенные. И только из рук в руки переходят, заметьте. Ну, бойцы идут регулярной армии. Не видим неведомого фронта. И что интересно, вот интересно мне наблюдать именно то качество, которое было до. И вот эти здания, конечно, наполнен Петербург такими строениями, такими технологиями и такими изделиями, начиная вот от архитектуры, заканчивая вот эрмитажными экспонатами, да, которые там сохранились, музейными разными раритетами домашними, которые также мы можем встретить не только на чердаках, но и в частных коллекциях или просто в обиходе, которые служат по сей день. Понимаете? Служат людям, и нет им вообще как бы сноса. Вот. Древесина ведь тоже, кстати, как-то обрабатывалась, она не гниет. Табуретки старые, попробуй ее сломай. Че у них тут, рейды, что ли, они все кругом тормозят всех, ёк-макарёк. Что сегодня за день-то такой?
Что сегодня? Президент, что ли? Горбачев в страну заехал? Не пойму. Или другой какой президент в Петербург приехал? Вот, и что интересно, интересно по этим экспонатам, ведь вещи говорят о многом, как говорил Шерлок Холмс, в мелочах, вещах, все, да? Вот и по экспонату, по кирпичику даже, вот по одному, по мосту, можно сказать. Как же интересно, как гениально, вот есть какой-то корабль, который там со времен еще, не знаю, там, колчаковских, до колчаковских, ходит по сей день. И главное, не ржавеет. Почему? Брали кусочек. Вот какая-то обработка металла. Вот интересно мне это вот все. Загадочно вот. Загадочно, вроде и не загадочно. А вот нет технологии сегодня такой. И в советские годы, ну, было, как бы, ну, мы видим, вот, строения советские рушатся. А 19 век стоит. Загадка. Ответьте мне, ребята, на это. Ответьте. Какая такая гиперборея или что там еще? Какие там древние у нас населяли здесь славные люди? Очень занятно. Так, этот отбился. Этого за пивом послали или за сигаретами. Так, ну давайте, давайте, пошли, отцы. Раз такая пошла пьянка. Режь последний огурец. Немножко выключил печку, чтобы тут не шумела она. Но, видите, запотевает все. Ладно, потом поговорим. Вон, к Чернышевской подъезжаем. Как вам этот домик, ребята? Красота! Сейчас так не строят. Немножко прогуляемся, леди и джентльмены. Пока есть время, 2 часа. Так что прогуляемся. Вот я тут по адресу посмотрел. Интересное местечко. Церковь, смотрите, какая. Я еще проезжал, посмотрел, думаю, что за интересное здание. А купола не видел из машины? А здесь видите, какой купол интересный. Не знаю, ну вроде православное. Сейчас зайдем. Иоанна Богослова, храм. Время Иоанна Богослова. Сейчас подойдем, почитаем, леди и джентльмены. А как вам этот персонаж? Новенькая. На замочке, чтобы не увели. Стало быть. А вот еще одна. Красавица. Все? Все по-питерски, как вы любите, леди и джентльмены. Все по-питерски. Так, это что у нас? Некрасова улица? Улица Некрасова. Вот какая лепнина, а! Живя в Петербурге, нужно почаще смотреть вверх. Лепнина имеет свойство вместе с кирпичем отваливаться. Ну, скажет классик, кирпич ни с чего, ни с чего на голову не упадет. В «Мастере и Маргарите».
Но вам никоим образом это не угрожает. Но как знать, сосульки падают часто, кирпичи тоже. Так, Иоанна Богослова храм. Видите, такая вот интересность. А здесь что у нас написано? Подворье Леушинского Иоанна Предтеческого женского монастыря с церковью святого апостола Иоанна Богослова и часовни. Построено в 1893 по 1895. Архитектор Никонов Никонов. Так, был открыт, в принципе, храм. Русская православная церковь, московский патриархат. Идет мне навстречу. Хорошо. Это помогло ему, да? Раз вышел из ограды, а там все стоят, и там... В очереди своей. Извините меня. Я очень буду вам мешать. Боже, я вам помощи. Спасибо. Вам также.
глава семьи тебе. Ему кодекс заслужит, слов до пищи. Женя, ты теперь женат. И запомни, строго ты без заначек всю зарплату каждый месяц приносишь. Обеспечив материально золотым тельцом свой дом, не забудь, что и морально должен быть. Как атлант семью ты должен на плечах своих держать, и жену хоть сложно сохранять и уважать. В магазин не вспомни, не забудь цветы дарить, и не вздумай вдруг обеда раньше времени просить. Брейся часто. Руки мой передай едой. И не будь особо строгим, ты к жене своей молодой. Как ты видишь, Танюша, в шутку все переводи. В мелочах ты будь мужчиной, скоро зря не заходи. Руль держи семейный прочно. Кодекс наш не забывай. Курс на счастье выбран точно. Так держать. А теперь без передышки. Ну, на маленький речь пойдет, что под будущих ошибок нам ее предостеречь. Сделай комнату уютной, чтоб все радовало вас, чтоб довольна абсолютно, нужно каждый день и каждый час. Научись готовить вкусно, на любой манер и лад, чтобы, скажем, из капусты был хороший вкус и знак. Израсходуй весь бюджет на портных и на портних, если модно ты одета, муж доволен. Женщин делят на три части – тело, платье и душа. В каждой части каплю счастья. Дай супругу. Будь особенно сурова в форме качества белья. В этой части гардероба сила скрытая твоя. Через сетку тонких кожи, как алмазы ты горят, приумножишь чувство мужа. Если муж устал, достроил, успокоил и приласкал, чтобы снова стал спокойным, отдохнуть. Если с ним не супруга, не согласна иногда, будь как веточка упругая, никогда не будь ты строгой, просто как бы не означай, мастерски снимает службу, против боли и не усердствуй, будь ему всегда мила, ведь женатый и подружка, а не ржавая дыва. Три четвертых части суток ты семье своей отдашь, но средней часов, минуток друзей не забывай. Будь всегда крепка любовью, ваша дружная семья. Долгих лет вам и здоровья. Ну что ж, ребята, вот все и закончилось. Получилось в целом даже не 5 часов у меня, потому что в 7 начало и до 11, а 10:30 они уже начали собирать все. Тортик вынесли. Там немножко еще по истории разыграли, доиграли, доразыгрывали призы. И около того, где-то вот половину без 20 уже все закончилось. 3,5, 3,40. Такой небольшой такой формат, но в принципе все успели. Сжатый такой нормальный в принципе формат. Может быть, даже программы-то много и не надо растягивать. Может быть, сделать 3-часовую программу, а не 4, плюс 2 часа танцев. Надо обмозговать это, леди и джентльмены. Ну, время есть в дороге, обмозгую. А вы запаситесь попкорном, леди и джентльмены. Ну, что вам поведать, леди и джентльмены, в погоне по нашим набережным петербургским осенними днями. Вот какой месседж у меня на сегодняшнее окончание. 900 метров съезд. Верните направо. Так, почему? Мы вон где едем. Он вон меня как хочет. Через лесную, а там ППСники, там ДПСники стоят обычно. Я туда не поеду. Дабы исключить потерю времени, документы тут в сумках колупать, я лучше проеду через Черную речку, леди и джентльмены.
Но месседж вам все же я все равно расскажу. Съезд, верните направо. Вот через лесную выточку. Стоят, конечно, стоят, кормушка. Кормушки надо знать, где стоятся. Маршрут. И объезжать медшруты перестроенные. Вот сюда нам надо. Через 200 метров. Верните направо. Стоят где, а? Не знаю, что за кормушки кругом понаставлены. Что в Москве, что в Питере. Верните направо. Едешь, никому не мешаешь. Раз вы полосу пересекли. Да где хоть снегом все занесено? Че там пересек? Вы знаете, смотрите за кустами. Пока я собирал аппарат, под кондиционером стоял. Жарко, пока потаскал колонки, жарко. И что-то все скинул и начал собирать. И в порыве от этого жара. А под кондиционером много стоять не надо. Сразу, как бы сказать, дает он так хорошо. По голове и везде, и по гландам. И чувствую так... Немножко так першит горло, горлице. Ну, думаю, все, пипец. Но это ладно насчет кондиета. Какая-то слабость и болезненность, и что-то такое. И вот сходил, знаете, вот рядом тут была... А, так вот вы видели же, я снимал. Верните направо. Храм такой был, вот который я заходил. Там служба началась? Я там немножко постоял, полчасика, минут 40. Время было. И вот хочется мне вам поведать, конечно, вот кто дает силы, ребята? Конечно, силы дает Бог. Конечно, Творец дает нам силы через свою благодать. Вот это вот заряд этот вот душевный, да? Душевный заряд силы. На долгие лета, если ты постоянно живешь с Богом, то, конечно же, эти силы как-то тонизируют, как-то вот он помогает действительно вот. Я так послаб немножко такой, вялый, и вот постоял на службе, так немножко в молитве обратился. И как-то так бодрячком свадьба прошла, сам удивлен. Такой был, такой унылый был, четвертый банкет подряд, кстати, между прочим. И я такой унылый был, думаю, откуда же такая бодренькость-то такая возникла? А потом вспомнил, я же со службы пришел, ну, постоял там пока до начала банкета, и потом на банкет. Думаю, надо же! И сам не заметил, как на одном дыхании раз-раз и отработал. Думаю, вот она где. И думаю, надо поделиться обязательно с вами, ребята. И вот хочется поговорить насчет таких людей, которые вот бывают, ну вот отдыхают, вот все везде, и юга, и все, и тут, и не знаю где еще, и как. И все никак они не могут отдохнуть, они все уставшие. Все в жизни, все уставшие. Да когда хоть это самое, мне отдохнуть, да как? Да как еще не изворачивался, все никак не отдохнется. Все уставший, всю жизнь уставший. Так вот эта усталость это и есть, вот когда душа устала, когда грешная душа тяжелая, как камень, ее тянет вниз, понимаете? И я уже рассказывал, конечно, своим опытом делился. Пардонте. Когда постишься, какая-то легкость. Вроде мясо не ешь, а легкость такая, энергетика появляется, такая энергия, силы. Вот этот феномен тоже. Ну, я хоть немного постов-то, как бы сказать, сблюстил, но был опыт такой, я почувствовал, да, вот эта сила какая-то тоже такая духовная. Ну, видимо, вот что-то в этом есть, какая-то связь с духовным, так сказать, насыщением организма, как бы это сказать-то, не знаю даже, как с антенной вот сравнить, наверное, с какой-то. Вот антенна лучше ловит, понимаете, то, что надо ловить, а не то, что... Через 600 метров на светофоре поверните налево. Да. Так вот, ну дальше-то я уже дорогу знаю, что ж тут родные черные речки. Серега вон там где-то позади живет, надо было заехать. Я когда-то там жил. Так вот, леди, джентльмены, уступить, конечно, трамвай всегда прав. Конечно, всегда прав. Бойся трамвая. Да, в продажах покупатель всегда прав, а на дороге трамвай. Так вот, ищите, уважаемые леди, джентльмены. Делюсь с вами своим опытом, на себе проверил. Пробуйте искать эту душевную благодать, просите ее, причащайтесь,
И тогда вот действительно почувствуйте эту связь с Творцом. И тогда жизнь, конечно, улучшится в разы. Понимаете, леди и джентльмены? Так, сейчас будут пешеходы. Выходить будут сейчас пешеходы. Блин, ладно, сюда встанем. Поверните налево. Согласен, справа никто не поворачивает. Ну что, Дин? Там пешеходы сейчас будут выходить. Каков мой вывод? Ни в коем случае в нашем божественном мире не стоит надеяться на свои силы, на себя. Лишь только на Творца, на помощь Его. Как бы человек ни кричал и ни бил себя в грудь, я всего достиг, у меня все есть, я могу, да чтоб я не смог, да я тут всю землю переверну, я там это, я там то. А в результате что? Заболевает какой-нибудь болезнью, и я пропадает, сгнивая в огромной яме под названием могила. Так что никогда не поздно думать о главном, леди и джентльмены. Тем более для себя, любимого. А если уж на такой уровень выйдем или вышел, что можно и другого немножко отмолить или там как-то чего-то, то это уже, конечно, такой подвиг серьезный. Взяться еще за помощь кому-то. Ну, первая очередь, это, конечно, самому себе помочь. Очистить душу. Ну, конечно, до просвещения, так сказать, наверное, сложно будет дойти до какого-то, ну, хотя бы какой-то хороший средний уровень, так сказать, духовного воспитания, духовного уровня. Я думаю, можно за жизнь успеть достичь, если достигать этого. А если мы будем достигать только в лопатник да в лопатник и не думать и забывать о главном, то, конечно, с чем мы придем на Божий суд? С чем мы придем? С кучей грехов, с мешком, который потянет нас куда-то далеко вниз. Такая на четырех колесах тачка Yamaha. Мото-ото. Так, пошел? Первый пошел? Второй пошел? О! Красавчик! Ну и мы пошли, ребята. В путь, леди и джентльмены. В добрый путь.